рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 20 августа на телеканале ПС состоится прямая трансляция торжественного мероприятия по возвращению из рейса второй экспедиции Арктического плавучего университета. В ней принимают участие студенты из Швеции, Дании и Канады, а также известный российский журналист и телеведущий Михаил Кожухов. Начало трансляции в 14 часов. 23 августа на стадионе у 45-й школы пройдут соревнования по мини-футболу среди дворовых команд. Играют интернациональная сборная Архангельска, команды Северодвинска и Новодвинска. Прямую трансляцию соревнований смотрите на телеканале ПС. Начало в 11 часов. 24 августа в поселке Уймский Приморского района на родине легендарного балагура Сени Малины состоится третий музыкальный фестиваль «Малина Джаз». В нем примут участие лучшие архангельские джазовые коллективы и музыканты, а также гости из других регионов России и зарубежья. Полную версию фестиваля можно посмотреть на телеканале ПС. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639-720. Открой город вместе с нами!